А что вы мой паспорт взяли в руки? Я вам не давал. Любые вот подобные операции расцениваются как мошенничество. Ну, получается так. Тщательные пути вам никто не заблокирует. Ну, вам же заблокировали. Я вас прекрасно понимаю. Зачем такая карта вообще нужна? Простые люди не должны страдать от этого. Именно скан, не копия. Я хочу решить вопрос без предоставления скана. Пытается со мной робот поговорить. Я терпеть их ненавижу. Нет, все равно вот именно скан нужен. Девушка, вы разговариваете как робот. Вообще не устраивает ваш ответ. Кто эти? Че вы врете? Кто отказывается предоставить документ? Постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми.